Приветствую! С вами Екатерина. Я побывала на юго-востоке Франции, и, конечно, не зайти в садово-цветочный центр я просто не могла. Он окружен олеандрами. Красота стоит неимоверная. Про олеандры у меня есть видео, загляните. А я вам расскажу о моем впечатлении. Если вас интересуют представители цветов, да, их очень много, это меня не занимало, мне было интересно посмотреть, как устроен этот магазин. Перед вами шикарные юбки, а дальше агавы, несколько разновидностей, прекрасные представители средиземноморской флоры, и вот он сам магазин. О садовом центре есть видео, можете заглянуть. Я же расскажу о моем впечатлении. Центр огромнейший, здесь есть и цветоводство, и садоводство, и все для любителей аквариумов и животных. В общем, в этом центре можно гулять целый день. Но только мы с сыном зашли в этот магазин, нас предупредили, снимать нельзя. Поэтому здесь будут кадры из двух магазинов, те кадры, которые получилось снять. Снимала в основном то, что вызывало удивление. Вот перед вами гранат, и все это можно купить, хотя у меня растет гранат, но никогда он не давал плодов. Ну, а здесь я решила показать то, что мне понравилось и что вызвало удивление. Возможно, вас это не удивит, но как побывать во Франции и не зайти в садовый магазин, это не мое. Я и в Одессе была, есть видео, и в Берлине в садовом центре была. Ну, и вот сейчас осмотрите, что же меня удивило, что понравилось и что бы, конечно, захотелось иметь у себя. Про инжир у меня также есть видео, можете заглянуть. Он растет и в диком виде, и вот так вот можно купить себе огромный контейнер и установить в саду. А это лаванда, она меня удивила, она отличается от нашей. Хотя есть и та лаванда, что растет в Молдове. А это агапантус. Цветет повсеместно. И голубой, и белый. Ну, а это, конечно, идеи. Очень уж мне понравились некоторые идеи. Но сразу же скажу, снимать было запрещено, поэтому попросила сына, и он для меня сделал несколько кадров. Возможно, что-то я применю в своих творческих работах, но надо учесть, что это не ручная работа, поэтому, может быть, что-то я и возьму из этих идей. Но больше всего меня заинтересовала вот такая поделка. Я раньше занималась композициями с сухоцветами, но вот эта идея меня заинтересовала, и я взяла это на заметку. На прямом эфире я показала, что стоит пособирать некоторые злаки, сухоцветы и сделать прекрасное напоминание о лете. Всего доброго! Благодарю за просмотр!